Привет, Валерий! Какая же ты сегодня смешная, прикольная! Слушай, ты как желтое привидение! Нет, или у нас, знаешь, такая... У нас вирус, все одели пакеты. Друзья, мы наконец-то хотели вам показать такое прикольное видео. Сегодня мы проведем... Вулканы! Да, у нас сегодня будет эксперимент с вулканами. Даже, видите, Валерия уже в дождевике, чтобы не быть мокрой. Мы приготовили вот такие колбы. Ух ты, какой у нас оранжевый красивый. Это не оранжевый, а классный. Ну, он потому что концентрированный. Он должен стать оранжевым. А там посмотрим. Практика покажет. Насыпаем красный. Заметно? И близко незаметно, да? А вот сейчас водой размаем. Смотри, какая капелька. Ух, ядерный какой. Гранатовый, красный гранат. Действительно, как гранат. Жалею, что не взяла клубничку. Малинку надо было взять. Ничего, в следующий раз попробуем с малинкой и с клубничкой. В них уже добавлен краситель. Разбавлен он с водой. Следующим этапом наливаем моющее средство. Так, добавляем соду в каждую колбу. Большую. Нет, ты уже в это добавляла. Давай в синюю осталось. Ну, ты готова? Да. Да? Я готова. Ну что, ты с какого начинаешь? Давай ты с синего, а я с зеленого. Начинаем. Все льется? Давай, доливай. Доливай, доливай, доливай. Вот, ты все вылила? Нам не хватило на желтый и на красный. Ух ты, зеленый, да классно. А, у нас желтенький поднимается. Давай, желтый, догоняй, догоняй красный. Ух ты! Слушай, как красиво! Знаешь что? Мне на что напоминает. Лазер выскочил из своего домика. А! Зеленый тоже. Слушай, ну давай. Теперь эта пенка везде. Слушай, мне нравится, прикольно. Надо будет еще в ванной, да, что-нибудь переделать. Можно еще, кстати, синенький высунуть. Желтенький вряд ли. Желтый? Не, не, подожди, не дотянется, а ну. Оранжевый совсем какой-то. Его мало. Все. То мы потом тут не отмоем ничего. Очень классно, что вы со мной, ребята. Да, мы очень рады, что вы с нами, смотрите наши видео. Не забывайте, у нас стартовал конкурс. А также, что мы дарим на день рождения? Слайд-шоу. Точно, мы для наших подписчиков из ваших фотографий делаем слайд-шоу. Оставайтесь с нами, вы вас очень любим.